Сейчас только что закончил бить антибиотики от инфекции 6 месяцев. Было, честно могу сказать, было очень тяжело. Это один из таких тяжелейших моментов в моей жизни. Но я сейчас, врач наконец-то дал мне разрешение потихоньку начинать восстанавливаться от моей травмы. И, если честно, боюсь еще какие-то давать сроки, но приблизительно от 6 до 8 месяцев, если все будет хорошо, и инфекция не вернется. В чем секрет, Юрий Павлович? 4 года, 4 трофея. Как человек из команды. 3 года. 4. Если честно, это какой-то мифический человек. Не знаю, как у меня это получается. Ребята уходят, приходят, а Юрий Павлович остается, и каждый раз он добивается результата. Это, конечно, тренерское искусство. И, конечно, если бы у нас не было такого тренера, мы бы сегодня не победили. И, конечно, я никогда не говорил об этом, но у меня всегда с детства была именно мечта выиграть 3 кубка. И я горжусь командой. К сожалению, я сам не мог сегодня играть, но сегодня были все ребята, которые не могли играть по травме, очень сильно переживали, и, конечно, это исторический момент. Я горжусь собой, и командой, и болельщиком, потому что сегодня при счете 2-1 был очень тяжелый момент. Мне кажется, Азмун мог забить 3-й гол, но мне кажется, что наши болельщики напугали его, и он мимо пробил, так что... Это огромная заслуга болельщиков, и я просто счастлив, и даже слов. Спасибо. Спасибо, ребят. Спасибо. Выздоравливайте. Спасибо.